Во всех районах Минской области продолжается сев ранних яровых зерновых и зернобобовых культур. В этом году погодные условия позволили аграриям выйти в поле на несколько недель раньше. По данным на 8 апреля засеяно 78% запланированных площадей. Сев идет быстрыми темпами, так сельхозорганизация Смолевического района Жодино-Агроплем «Элита» завершит работы в ближайшие дни. В эту посевную кампанию здесь используют новую широкозахватную сеялку, на которой установили спутниковую навигацию с системой подруливания. То есть фактически ездой управляет компьютер, механизатор лишь контролирует процесс. Благодаря этим новшествам работа ускорилась, в день возможно засеять до 120 гектаров. Сегодня уже засеяно 80% запланированных площадей. Работаю я с 91 года. Как говорится, с детства моя душа лежит, как говорится, к этим полям. Техника, конечно, изменилась. Изменилась в том плане, что стало многофункциональней. То есть одна единица может делать 2-3 операции. Если без простоев, то есть, как у нас вот в данный момент поле квадратно-гнездовое, можно так сказать, а до 60 гектар, ну, я с ним могу справиться за 6 часов.